Стимați doamna Dorogu, stimați ex-președinte, Republicii Moldova, stimați ex-președinte, prim-ministri, ministri, onorată asistență, prezidium, oaspeți, în primul rând să votăm această inițiativă a Ambasadei Federației Rusiei și a celorlalte ambasade de a prezenta mai multe forme de integrare regională, la care în prima parte a zilei a fost o prezentare vis-a-vis de Uniunea Vamală Euroasiatică și eu o să încerc să prezint o altă formă de integrare de care Republica Moldova obiecte drept proprietară. Este vorba de semnare și punerea aplicare a acordului de comerț liber aprofundat și vânzător. Și pentru a facilita discuțiile care noi le planificăm astăzi să le avem și sperăm că să fie o discuție constructivă, nepolitizată, bazată pe argumente, o să, cu toate scuzele de rigoare, o să fac prezentarea mea în limba rusă, ca să fie de înțelesul celor cel puțin oaspeților, ca ulterior să avem acel compromis pe care noi ne-l propunem. Уважаемый посол, уважаемые коллеги и гости Республики Молдова, в принципе, я представлю другое видение интеграции, которое находится на рассмотрении правительства Республики Молдова. Это подписание соглашения об ассоциировании с Европейским Союзом. В части этого соглашения рассматривается подписание соглашения о свободной торговле между Республикой Молдовой и странами ЕС. С самого начала прошу принять все сказанное как личное мнение, как экспертное мнение, без никаких ссылок на официальное мнение Министерства экономики или правительства. Имея в виду, что сегодня мы планировали круглый стол, где все аргументы должны быть представлены как одной формой интеграции, как таможенный союз, и как и другая форма, это увеличение товарооборота между Республикой Молдова и странами ЕС, основываясь на соглашении о свободной торговле. Интеграционный выбор любой страны характеризуется по меньшей мере тремя аспектами. Это правовая база, экономический и политический. Для Молдовы, которая сравнительно недавно обрела независимость, эти три аспекта имеют особое значение. Правовой аспект – это сохранение полного суверенитета и государственности страны. Экономический – обеспечение стабильного развития страны и благосостояния народа. Политический аспект – это обеспечение цивилизованного будущего молдавского общества. На сегодняшний день основная цель Республики Молдова – это экономическое развитие и модернизация страны, которая, в свою очередь, должна способствовать достижению других целей, таких как реинтеграция страны, поднятие уровня жизни населения и интеграция в глобальную сеть международной торговли. Для достижения этих целей необходимо три предпосылки. Первая предпосылка – обеспечение выгодных условий для развития торговли со всеми партнерами, как с Запада, так и с Востока. Вторая предпосылка – обеспечение необходимых условий для технологической модернизации. И третья предпосылка – укрепление институтов рыночной экономики и в особенности такие, как свободная конкуренция, защита прав собственности и инвестиций, надежное правосудие, способное обеспечивать соблюдение договоров между экономическими агентами. Учитывая, что Молдова должна принять решение, какой вектор экономической интеграции взять, мы предлагаем рассмотреть в деталях, как углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Европейским Союзом будет способствовать развитию или выполнению вышесказанных посылок.
и рассмотрим каждую предпосылку в отдельности, как эта зона свободной торговли с ЕС повлияет на выполнение вышесказанных задач. Первая предпосылка – обеспечение выгодных условий для развития торговли со всеми партнерами. Зона свободной торговли с Европейским Союзом способствует увеличению торговли со странами ЕС, но не искажает торговлю с другими странами, поскольку Республика Молдова сохраняет суверенитет над торговой политикой. Дает возможность Республике Молдова свободно вести переговоры с другими внешними партнерами, в том числе со странами Таможенного Союза. Кроме того, соглашение о свободной торговле направлено на либерализацию торговли услугами, а не только товаров, и, что еще более важно, нацелено на устранение или гармонизацию всех технических и нетарифных барьеров, унификация таможенных процедур, которые позволяют упростить доступ товаров на внешние рынки. Вторая предпосылка – обеспечение необходимых условий для технологической модернизации. Частичная либерализация торговли с Европейским Союзом в 2008 году уже привело к появлению совершенно новых секторов экономики в Молдове. Лучший пример этого – производство разных компонентов для автомобилей. Пару лет назад никто не предполагал, что такое производство или такая промышленность может развиваться с успехом в Молдове. Третья предпосылка – это укрепление института рыночной экономики. Зона свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским Союзом имеет сильный институциональный компонент и обязательства по гармонизации и применению европейского законодательства, направленные на укрепление института рыночной экономики Республики Молдова в таких областях, как государственные закупки, таможенные, налоговые администраторы и прочие другие. Европейский Союз оказывает и готов оказывать финансовую и техническую поддержку для реализации данной предпосылки. Таким образом, с одной стороны, Молдова завершила переговоры с ЕС по заключению соглашения о свободе торговли, с другой стороны, на повестке дня возник вопрос о целесообразности вхождения в таможенный союз. Поскольку намерения несовместимы друг с другом, исходя из принципов и правил таможенного союза, Молдове необходимо принять стратегическое решение с глубокими последствиями для экономики и развития страны. При выборе направления необходимо учитывать, что Молдова сталкивается с довольно низким уровнем доступа на международные рынки сбыта, занимая 73-е место из 125 оцениваемых стран. И есть необходимость использовать любые возможности для улучшения доступа своего экспорта на зарубежные рынки. ЕС является в данном случае крупнейшим рынком этого типа. На сегодняшний момент 50% общего объема экспорта приходится на страны ЕС. С момента расширения и подписания и внедрения соглашения о свободной торговле с ЕС этот показатель увеличится до уровня 65-70%. За последние 16 лет, несмотря на свободную торговлю в пределах стран СНГ, внешняя торговля Молдовы и всех стран СНГ и таможенного союза в том числе все больше переориентируется на страны или на рынки Европейского союза и другие страны. Интересы бизнеса сильнее любых искусственно придуманных государственных учреждений приоритетов. И доля высокотехнологического импорта Молдовы из ЕС в два раза выше доли импорта из стран СНГ. В то же время свободная торговля с Европейским Союзом способствует доступу молдавских товаров на крупнейший и самый стабильный рынок мира. Кроме того, более выгодным становится импорт товаров и оборудования из стран Европейского Союза, необходимы для модернизации экономики Молдовы. Безусловно, Россия, Беларусь и Казахстан были и остаются важными торговыми партнерами для Молдовы.
Но значение Молдовы для этих стран в сфере внешней торговли постоянно снижается, и отрицательная стадия торгового баланса растет из года в год не в пользу Молдовы. Структура экспорта и импорта Молдовы со странами таможенного союза имеет традиционную моноотраслевую направленность, которая может функционировать независимо от степени интеграции и этой формирования. По экспорту это молдавская продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, имеющийся спрос на рынках таможенного союза и СНГ не из-за отсутствия пошлин, а из-за специфического ассортимента и достаточно низких цен. По импорту самая большая доля – это энергетические ресурсы, газ и нефтепродукты, и сырье для производства, которое будет импортироваться и без вхождения Молдовы в таможенный союз. То есть членство в таможенном союзе не создает дополнительных конкурентных преимуществ или новых товарных ниш для молдавских экспортеров. А существующие барьеры в торговле со странами СНГ могут быть устранены в рамках других форм регионального сотрудничества, как соглашение о создании зоны свободной торговли, подписанное в рамках СНГ, подписанное в 2011 году, или двустороннее соглашение о свободной торговле между Молдовой и всеми странами СНГ, и в том числе не ограничивает нас участие в других отраслевых соглашениях, о которых говорилось в первых презентациях. Таким образом, надежда получить дешевые энергоресурсы кажется менее реалистичной и не долгосрочный период. И как результат, Молдова может взять долгосрочные стратегические решения в пользу краткосрочных выгод, которые среди прочего повлияет на независимость страны и принятие решения по формированию внешней торговой политики. С другой стороны, Европейский Союз и Молдова отслеживают одну и ту же и главную цель – сближение правовых норм во всех отраслях экономики, но и устранение торговых и технических барьеров. Соглашение о свободной торговле предполагает полную либерализацию торговли товарами и услуг со стороны Европейского Союза и постепенную, но не полную для рынка Республики Молдова. Существует транзитный период до 10 лет и многие другие элементы, которые дают полную защиту отечественного производителя, так как свободное передвижение рабочей силы, снижение и отмена таможенных пошлин, отмена технических и нетарифных барьеров, отмена количественных ограничений и прочие нормы, что в итоге должно обеспечить долгосрочную предсказуемость для бизнеса и инвестиций. Необходимо отметить, что подписание между Молдовой и Европейским Союзом соглашения о свободной торговле является открытым коридором для инвесторов из ЕС и позволит поднять конкурентоспособность отечественных товаров и для наших предприятий с возможностью использования европейских финансовых инструментов. Исходя из всего вышесказанного, напрашиваются следующие выводы. В правовом аспекте вхождение Молдовы в таможенный союз или ЕС приведет к существенному сужению суверенитета страны, тогда как зона свободной торговли предполагает полную свободу формирования своей политики и равные юридические базы и торговые преференции как в странах СНГ, как и со странами Европейского Союза. Зона свободной торговли не содержит правовых норм и ограничений в отношениях Республики Молдова с другими странами. В экономическом аспекте зона свободной торговли дает четкую перспективу на развитие внешней торговли и привлечение инвестиций, модернизацию национальной экономики, что в итоге должно повлиять на развитие страны в целом и увеличение внешнего товарооборота со всеми странами. И в политическом аспекте подписание соглашения об ассоциировании и соглашения о свободной торговле это является экономическим проектом и отвечает бизнес-интересам Республики Молдова. Спасибо.
Спасибо, господин Калмык. Вопрос, хочу сказать, что будет эта позиция. А пока мы продолжаем работу, и слово предоставляется экс-премьер-министру. Вопрос. У нас к этому извините, у нас в этой части дискуссия не предусмотрена до выступления. Останется время. Выскажите. Коллеги, ну давайте серьезно. У нас есть план работы, и мы его должны выполнить. Останется время, и фракция коммунистов может встретиться с господином Калмыком и задать ему один вопрос. Значит, слово представляется премьер-министру Республики Молдова, депутату парламента госпоже Гречанной. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники конференции, пожалуй, что очень хорошо, что сегодня в этом зале нам всем участникам представлены две позиции. Я думаю, что большинство из нас поняли одну очень важную деталь из этих двух презентаций практически. Даже если во второй части не было предусмотрена презентация, что на двух стульях нам не усидеть. Поэтому это очень важно, и от нас с вами очень многое зависит. Но прежде всего позвольте поблагодарить посольство Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана за организацию этого высокого форума и за непосредственное участие и экспертов Евразийской комиссии в нашем сегодняшнем форуме. Я совершенно убеждена, что за всю новейшую историю Республики Молдова, особенно после 2001 года, когда вступил в силу договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, настоящий форум презентации Евразийского интеграционного образования представителями такого высокого ранга – это самое знаковое событие в части определения внешнеэкономических приоритетов нашей страны. Во-первых, страны-участники единого экономического пространства, то есть таможенного союза – Россия, Беларусь и Казахстан, я думаю, что открыто продемонстрировали, что видят в нашей стране своего потенциального партнера. Несмотря на проевропейскую ориентированную власть в республике и проевропейскую проводимую политику. Во-вторых, очень надеюсь, что для этого есть все основания, что данный форум станет началом конкретной и продуктивной работы по углублению интеграции Молдовы в единое экономическое пространство. Содержание евразийской интеграции, история и опыт функционирования таможенного союза, возникающие проблемы, а главное механизмы и способы их разрешения – вот что нужно знать нам всем. Только вооруженные этими знаниями мы сможем убедительно и без различных красивых лозунгов объяснить населению и в первую очередь бизнесу страны преимущества восточного направления – развития нашего общества. Я думаю, что сегодняшняя презентация экспертами Евразес – это явно наглядное тому пособие. Но правильное понимание нами, сидящими сегодня в зале, содержания евразийской интеграции – это необходимое, но далеко недостаточное условие торжества евразийского в Молдове. И на этом я, пожалуй, остановлюсь немножко подробнее. Уважаемые коллеги, на фоне значительного количества граждан Молдовы, считающих, что сегодня наша страна движется в неправильном направлении, около 80%, уверенно, соответственно, растет число людей, связывающих будущее нашей страны, вступление в таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.
Немаловажное значение в этом вопросе имеет наши общие многовековые истории, культурные и мировоззренческие ценности. Однако все-таки первостепенную роль, и я в этом убеждена, играют хозяйственно-экономические связи между нашими странами. К сожалению, в этом вопросе имеет место определенная незавершенность, и в устранении соответствующих преград является существенным резервом для нашего движения вперед в части модернизации экономики и, конечно, соответственно, повышения уровня жизни наших граждан. Это касается прежде всего того, что Молдова находится по большому счету в стороне от действительно тех революционных преобразований, которые происходят на евразийском пространстве. Речь идет о том, что Республика Молдова является лишь наблюдателем в Евразийском экономическом сообществе и не является членом Таможенного союза. Несмотря, как мы все понимаем, на явные преимущества для нашей страны такого членства. В этой связи необходимо признать, что в силу ряда причин попытки некоторых, простите, политических партий и неправительственных организаций продвинуть идею евразийской интеграции Молдовы пока остается, тем не менее, надо признать, безуспешными. По моему мнению, основной причиной неуспеха в продвижении идеи евразийства в Молдове является отсутствие серьезной систематической, аналитической и организационной подготовительной работы. В сложившихся условиях необходимо приложить все усилия, если хотите, политические, организационные, интеллектуальные и, конечно же, финансовые, для того, чтобы евразийская интеграция, ориентация наступления в евразийское пространство стала национальной идеей для Республики Молдова. Только в том случае это будет иметь успех. В этой связи необходимо прежде всего проведение комплексной оценки экономических последствий интеграции Республики Молдова в евразийское экономическое пространство в качестве интеграционной альтернативы для Молдовы и сопоставления эффектов от более глубокого вовлечения экономики страны в процессы евразийской интеграции с эффектами от реализации европейского интеграционного процесса. К сожалению, оценки эффектов европейской и евразийской интеграции для Молдовы зачастую подменяются постулированием тех или иных выгод не подтвержденными никакими расчетами, сопоставлениями и прогнозами. Таким образом, проведение объективной комплексной оценки последствий и эффектов более глубокой интеграции Республики Молдова в формирующееся единое евразийское экономическое пространство и использование полученных результатов является первым необходимым условием успешной работы в этом направлении. Другой причиной неуспеха, я считаю, продвижение идеи евразийства в Молдове является разрозненность различных центров и общественно-политических движений, несогласованность их действий, дешевый популизм, преследующий чаще всего, чисто электоральные цели. Созданные под идеей евразийской интеграции общественные структуры в основном занимаются проведением различных круглых столов, а также популяризацией исторических, культурных, духовных связей Молдовы с восточным пространством. И, если хотите, интернет-копированием евразийских новостей в рамках своих сайтов. В этой связи мы все прекрасно понимаем, что проводимая работа, конечно, очень важна, но явно недостаточно. Недостаточно, что пару десятков человек, собиравшиеся на том или ином круглом столе, исключение, пожалуй, составляет наш сегодняшний зал, который считается круглым столом, понимали перспективность евразийской интеграции для Молдовы. В наших условиях необходимо объединение в этом направлении всех сил. Необходимо убедить население и бизнес в перспективности этого пути. Однако, определяя внешнеэкономические приоритеты, мы должны исходить не из популистских чьих-то желаний, а руководствуясь принципами прагматизма и целесообразности, взвешивая преимущества и выгоды, я не боюсь этого слова, которые приобретает страна в случае участия в том или ином интеграционном процессе,
одной стороны, и риски и потери с другой стороны. Вместе с тем, я хочу отметить, что и сегодня в презентации, изучая документы Евразийской экономической комиссии, можно понять, что евразийская интеграция обеспечивает не просто более тесные торговые отношения между экономическими агентами различных стран-участников, но и более высокий уровень сотрудничества, включая сферу собственного производства, то есть производственно-технологическую кооперацию, что очень и очень важно, в первую очередь, для нашей страны. В этом контексте существует острая необходимость создания, если хотите, прочной институциональной основы продвижения идеи евразийства и евразийской интеграции Молдовы в виде консолидирующего интеллектуального и организационного центра. Это мое предложение. При этом основная цель центра должна быть продвижение стратегии евразийской интеграции Молдовы на основе проведения аналитической работы в области экономики по каждым важным отраслям в отдельности, взаимодействие с представителями бизнеса и неправительственных организаций Молдовы, тесное и регулярное сотрудничество с органами управления Таможенного союза и формирующегося единого экономического пространства. Уважаемые друзья, я совершенно уверена, что только в результате систематической, кропотливой аналитической и организационно-подготовительной работы и на основе консолидации всех сторонников евразийской интеграции можно добиться в этом направлении серьезных идей и у нас в стране. Мы должны продемонстрировать, что мы интересны для этой идеи. В первую очередь, давайте продемонстрируем и убедим сами себя. Спасибо за внимание. Гагаузе, члену правительства Республики Молдова, Людмиле Фатузалу. Подготовиться депутату Григорию Иванову. Я рад, что эта встреча проходит сегодня здесь, этот круглый стол. Считаю, что инициативу от 18 апреля, которая была в Гагаузе, подхватил уже Кишинев, и, насколько я знаю, бельцы в понедельник тоже проводят очень такую интересную конференцию. У нас есть возможность сравнить вот одно направление — Европейский Союз, другое направление — Евразийское сотрудничество. И нет задачи противопоставлять или конфликтовать. Есть задача понять, что выгодно для Республики Молдова. Я слушал внимательно выступление господина Калмыки, и там прозвучала такая фраза, что политически Республике Молдова невыгодно сотрудничать. Политически Республике Молдова выгодно сотрудничать со всеми, потому что наша страна маленькая, возможности ее, к сожалению, ограничены. Мы не можем влиять на какие-то мощные геополитические процессы. Мы должны подумать прежде всего о собственном народе, о молдавском народе, потому что вот эти процессы, которые происходят в стране уже больше 20 лет, они приводят к тому, что самую большую угрозу для молдавской государственности, я повторюсь, представляет миграция населения. Скоро уже и молдаван здесь не будет, скоро уже будут заселять Африка и Азия Молдова. И пора нам понять. Давайте мы эти политические интеграционные процессы все-таки мы будем более аккуратны, а будем больше сосредотачиваться на экономических вопросах. Да, рынок Европейского Союза большой, я с вами согласен. Откроется рынок Европейского Союза, а на каких условиях он для нас откроется? Ведь насколько я член правительства, я знаю, что эти переговоры проходят секретно. Я не имею этой информации. Да, я, может быть, не небольшой такой чиновник, небольшой специалист в области экономики, но я задаю вопросы и собираю своих экономических агентов и спрашиваю, что вы знаете об этом? Они ничего не знают. А нам надо будет подготовиться, потому что мы все-таки есть интернет, слава Богу, мы читаем, что происходит в Румынии, что происходит в Болгарии, что происходит в других странах Европейского Союза, и мы задаем вопросы. Мы должны быть к этому готовы.
Поэтому какие контуры? Может быть, мы, стремясь подписать быстро соглашение, уступая многие национальные отрасли народно-хозяйственного комплекса Молдовы, может быть, мы просто так уступаем, соглашаясь только быстрее получить безвизовый режим. А я вам скажу, что уже безвизовый режим, он уже не интересен Молдове, потому что всем, кого надо было проштамповать паспорта Румынии, там, Болгарии, другие страны, уже получили. Все. Всем, кому надо ехать, тот те могут ехать. Это тема, которую я обсуждал много раз и говорил и послам Европейского Союза, что вы мучаете этот молдавский народ, значит, этими визами, что вы как картошкой там или морковкой его заманиваете. Народ-то работящий, трудолюбивый, никто из них не хулиганит в Европе, все добросовестно работают, да давно уже надо было снять этот визовый барьер. Мы же сняли перед европейцами, Молдова визовый барьер снял. Приезжайте к нам в страну, мы рады вас встречать, это гостеприимная страна. А мы имеем вот такой, знаете, меня лично унижает, что вот если вступите, вы получите безвизовый режим, но получим дальше, что получим. Давайте немножко так, знаете, как-то уважительно друг к другу относиться. Я не имею никакой информации по этому соглашению. Мне все говорят, ну оно секретное, оно для узкого круга. Оно будет секретным до какого пор? До каких пор будет? До тех пор, пока Минус его подпишет, а потом его опубликуют и молотком по голове. А нам надо подготовиться. Мы создали у себя группу, аналитическую группу. Как повлияет это на экономических агентов автономии подписание этого соглашения? Я еще говорю, там может быть есть моменты, которые выгодны Республике Молдова. Я не знаю. Общество должно знать. Вот посредством таких конференций, это первая такая конференция, где уже прозвучали аргументы. Вот что предлагает Евразийское сотрудничество. Сейчас должны прозвучать аргументы. Вот что предлагает Европейский Союз в этом секторе экономики. Вот это будет, вот здесь будет вам выгодно, вот здесь откроется 350 рабочих мест, а вот здесь сократится 2000 рабочих мест. То, что мы видим в странах Европейского Союза. И почему-то однозначная идея. Все, мы вступаем в Европейский Союз. А я задаю себе вопрос. Не получится ли так, глядя на те кризисные процессы, которые идут в Европейском Союзе, а мы видим, что происходит. Мы видели, что в Греции было. Сейчас мы видим Италию, Испанию там, и другие страны, мы видим Венгрию там, и другие. Не получится ли так, что мы с вами заскочим в последний вагон поезда, который нас приведет к, лет через 15-20 к развалу Европейского Союза? Я задаю себе этот вопрос, и я не могу на него однозначно ответить. Я небольшой прогноз могу сделать, что будет через 20 лет. Чем закончится этот кризис для современной Европы? Чем закончится этот кризис для евразийского сотрудничества? На мой взгляд, есть преимущество в том, и эти преимущества сложились на протяжении многих десятилетий, и нам грех не воспользоваться ими. А эти преимущества в том, что наши товары, производимые в Республике Молдова, они хорошо знакомы в странах СНГ. Они имеют свое имя. Да, мы немножко неправильно мы построили свои отношения с нашими соседями, с нашими друзьями. Немножко мы сами в этом виноваты, что получили эти определенные затруднения. Многие наши товарные позиции были потеряны. Но если каждый из вас проанализирует, как развивалась, возьмем только одну отрасль, винодельческую отрасль. Молдова, это чем? Это наш бренд. Виноградная лоза – это бренд во всем мире Республики Молдова. И когда говорили «Молдова», все улыбались, знали, что это виноградная лоза, веселый народ, хорошее вино, качественные танцы, холмы, зеленые. И вот сюда на старости лет на пенсию приезжать жить. Вот так было в высшем Советском Союзе. Сегодня мы эти позиции утеряли там. Но вы можете подтвердить, наверняка здесь есть экономические агенты, особенно в области виноделия, которые подтвердят. То техническое переоснащение, которое было в 2000-2005 годах в Республике Молдова винодельческой отрасли, если бы еще 5 лет продержалась эта ситуация, эта тенденция, еще 5 лет, если бы она продержалась, то вся винодельческая отрасль Молдовы была бы полностью технически переоснащена и абсолютно конкурентоспособна с европейским товаропроизводителем. К сожалению, это не произошло. Что сейчас будет дальше? Мы читаем, как в Болгарии крестьяне уже распродают землю.
Потому что сравнить уровень субсидирования Европейского Союза, да, там хороший уровень субсидирования, 350, там, 500 евро на гектар. Нам дадут 500 евро на гектар? Или нам оставят 15 евро? Потом товаропроизводитель из Гагаузии 15 евро, 20 евро, которые получат в виде грантов или еще каких-то средств, получит эти деньги на субсидии на гектар земли, а европейский производитель получит 500 евро. Как будет товаропроизводитель из Гагаузии конкурировать с товаропроизводителем из Европейского Союза? Да, мы открыли свои рынки, пожалуйста, все товары идут сюда. Да, там действительно рынок там больше, чем рынок Евразийского сотрудничества. Я согласен, да, там больше. Но где гарантия, что наши товары сегодня конкурентоспособны с европейскими? В этом большие сомнения. Мы сами еще не готовы к этому. Мы должны подготовить свою экономику, мы должны знать все условия. И желательно было бы, чтобы, когда этот договор готовится, господин Калмыков должен понимать, какую ответственность он взваливает на себя, потому что этот договор в любом случае с вашим именем будет ассоциироваться. Вы должны это понимать. И нам надо будет добиться хотя бы каких-то параметров, 10 лет или 15 лет, что вот эта отрасль за это время должна быть полностью технически переоснащена. Вот мы должны четко получить какие-то квоты, кстати, которые мы не выбираем до конца. Есть очень много вопросов. И полезность таких конференций, круглых столов, семинаров, мы должны слышать аргументы. Молдова уже достаточно сделала ошибок, чтобы принимать поспешные решения. Бегом любым путем подписать в Вильнюсе. Мы должны немножко подумать. Потому что уже есть страны в Европейском Союзе, которые отзывают заявку на вступление в Европейский Союз. Не первый ли это сигнал или звоночек? Какова еще позиция Лондона будет? А там тоже возникают вопросы. Поэтому давайте аккуратно. Все, что делается в интересах Республики Молдова, все граждане, все политики, давайте это поддерживать. Должен быть диалог, дискуссии должны быть. И ни в коем случае нельзя противопоставлять одни процессы другим процессам. Давайте мы спокойно подумаем, примем взвешенные решения. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте поблагодарить Виктора Валентиновича за то, что вы откликнулись на нашу просьбу и сделали такую блестящую презентацию, очень глубокий анализ. Естественно, времени мало, и у нас еще очень много вопросов, но как вы уже подтвердили, я думаю, что мы еще с вами встретимся, и мы сможем задать вам все вопросы, которые есть. Вопросов много. Вы знаете, уважаемые коллеги, я не сильно хотела политизировать свое выступление, но после выступления заместителя министра экономики, где он представил, наверное, свою позицию, но говорил, что он представляет позицию Молдовы, немножко стало не по себе, и я бы хотела начать свое выступление с поздравлением. И позвольте поздравить вас с 73-й годовщиной, со дня освобождения нашего края, которая отмечается именно сегодня, 28 июня. Вне всякого сомнения, известные исторические события, связанные именно с этой датой, восстановили эстафету развития молдавской государственности, стало тем важнейшим правовым фундаментом, на котором основывается современная независимость нашей республики, Республики Молдова. Без известных ностальгических нот, рассуждая совершенно прагматично, следует признать, никогда в своей истории Молдова не развивалась так стабильно, поступательно и динамично, как в составе Союза Советских Социалистических Республик. Ее достижения были беспрецедентными в советское время. Высокого уровня развития достиг агропромышленный комплекс. Строились фабрики, вы все помните, заводы. Развивалась многоотраслевая промышленность. В начале 90-х годов доля промышленности в объеме, в общем объеме производства Республики Молдова возросла до 42%.
В Молдове развивались высокотехнологические машиностроительные и приборостроительные производства, работающие в том числе и на космическую отрасль. Население Молдовы неуклонно росло. Крупные села благоустраивались с размахом. В городах строились множество объектов социального назначения, а также жилые дома. Серьезная поддержка оказывалась развитию образования и культуры. Строились школы, высшие учебные заведения, концертные залы, дома культуры, библиотеки, театры, кинотеатры и многое-многое другое. Мы все помним, нашу республику называли тогда, в советское время, многим не нравится, но так называли «Цветущие Молдова». Я говорю об этом только потому, что следующие годы можно смело назвать временем демодернизации страны. К примеру, если до 1991 года доля сельского хозяйства в структуре национального дохода составляла 42%, а доля промышленности Молдовы около 40%, то уже спустя 10 лет вследствие известных деструктивных решений промышленность была практически полностью уничтожена. Оценивая в целом динамику молдавской экономики, можно отмечать, что ее реальный размер составляет всего лишь 62% от уровня 90-го года. Если за 8 лет, с 2001 года по 2009 года, в период правления партии коммунистов, удалось установить эту негативную тенденцию, добиться роста ВВП на 58%, то за период 2008-2012 года суммарный рост ВВП достиг всего лишь 7%. Вот, пожалуйста. Выживанию Молдовы в настоящее время в значительной степени способствует внешнее заимствование. Правильно, господин Толмин? Страна полностью перешла на внешнее управление. Дефицит всех видов бюджета достиг 21% ВВП и покрывается за счет внешних заимствований, что привело к росту внешнего долга с 12,9% от ВВП в 2008 году почти 40% от ВВП в 2012 году. Несмотря на так называемую сумасшедшую помощь Молдове со стороны Евросоюза, развитие экономики страны показывает отрицательную динамику. Это влечет за собой закрытие школ, медицинских учреждений, домов культуры и так далее. Разрушение социальной инфраструктуры приобретает тотальный характер. Внешняя торговля не развивается. Отрицательный торговый баланс замер на уровне 3 миллиардов долларов. Транспорт замирает. Иностранные инвестиции сократились в 2 раза. Попирание Конституции, игнорирование молдавских законов направлено на искоренение из жизни общества таких памятных праздников, как День Победы, 9 мая, на пересмотр истории Великой Отечественной войны. Антисоциальные и антинародные реформы, проводимые нынешними властями, все больше нагнетают напряженность в молдавском обществе, ведут к депопуляризации страны. Сегодня за пределами Молдовы работает более 1 100 000 человек из 2 миллионов трудоспособного населения. Партия коммунистов Республики Молдова оказывает эффективное сопротивление разрушительным экспериментам власти. И неудивительно, что сегодняшний рейтинг партии уже выше, чем в далеком 2001 году, когда ПКРМ получила конституционное большинство на парламентских выборах. Это оценка последовательности действий нашей партии и последовательности ее позиции. Понимая серьезное положение, в котором находится наша республика, я говорю о Молдове, молодой человек, я не могу не приводить фактов. ПКРМ своей повседневной политической деятельности проводит работу по разъяснению в обществе, что реальный выход из этой ситуации является интеграция Республики Молдова в таможенный союз, поскольку считает, что вступление Молдовы в таможенный союз является вопросом не просто безотлагательным, а единственным внятным антикризисным решением. Идея евразийской интеграции на пространстве бывшего Советского Союза по опросам общественного мнения, проводимые в Республике Молдова, является преобладающей среди населения нашей страны.
наши политические оппоненты, популистически поднимая понятие, подменяя понятие евромодернизация на евроинтеграцию без всякой модернизации, бесспорно принимая диктат еврочиновников. Уважаемые дамы и господа, нынешнее положение, в котором находится Республика Молдова, успешно развивающаяся евразийская интеграция является мощным и, пожалуй, единственным возможным для быстрого восстановления экономического потенциала, трудовых ресурсов и, самое главное, государственной независимости и государственной целостности. Таможенный союз и создавшийся Евразийский союз дают Молдове шанс на спасение, шанс на воссоединение страны, на сохранение своей государственности, на экономическое и социальное процветание молдавского народа. Ведь для этого у нас есть все. Общее многовековое историческое прошлое, схожесть культур наших народов и менталитета людей, православное духовное единство, создавшиеся столетиями экономические связи. Учитывая тот факт, что более 50% экспорта Молдовы составляет продовольствие, вино и табачные изделия, и практически все это продается Молдовой в странах СНГ и прежде всего в Российскую Федерацию и Белоруссию, эти данные приводит молдавская статистика, и они не учитывают экспорт из Приднестровья, который в подавляющей части также ориентирован на страны СНГ. Разумеется, мы понимаем, что нельзя ожидать моментальных результатов при реализации проектов такого масштаба. Этот процесс должен быть осознанным и управляемым, стратегически и экономически выгодным для всех стран-участников Таможенного союза. Но совершенно ясно, что на пути интеграции в восточном направлении Молдове придется решить множество проблем, как политических, внутренних и внешних, так и технических, от конфигурации общей таможенной территории до согласования условий пребывания ВТО членов Таможенного союза, от объединения требований и стандартов до норм перемещения товаров. Самое главное на текущий момент – это процесс закрепления в общественном сознании важности, реализуемости и взаимной выгодности интеграции Молдовы в таможенный союз. Дальнейшее развитие общественных настроений Республики Молдова в пользу восточного вектора, восточного интегрирования. И в этом контексте хочу отметить работу, проводимой нашей партией. Некоторым мне нравится, но я считаю, что мы действительно проводим очень большую работу, осуществляемую в рамках реализации этих задач, поставленных 7-м съездом, который прошел в прошлом году. Была создана рабочая группа, специальная рабочая группа, которая занимается этими вопросами, имею честь руководить. И на данный момент разработала план мер по организационной информационной поддержке проекта, на базе которых мы сотрудничаем с посольствами Российской Федерации, Белоруссии, бизнесом и правительственными организациями и другими. Мы глубоко убеждены, что вступление Молдовы в таможенный союз Казахстана и Белоруссии приведет к возрождению молдавской экономики, способствовать подлинной модернизации страны и станет важным стимулом для скорейшего восстановления и экономической интеграции страны бывшего Советского Союза, стран бывшего Советского Союза. Также реализация общественных настроений в Молдове в пользу восточного вектора интеграции, медиатизация на телеканалах Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, СНГ этого процесса положительно скажется на перспективах приднестровского урегулирования, что для нас очень важно, создать атмосферу взаимного доверия. Уважаемые участники конгресса, круглого стола, но это можно дать такую оценку даже как конгресс, потому что очень серьезная тема. В 2002 году именно мы, коммунисты, говорили о важности европейского выбора для Молдовы. Именно европейского. Говорили и действовали мы точно так же, как действовали наши российские и украинские партнеры. И это дало свои положительные эффекты. Но с 2009 года Европейский Союз вступил в иную фазу своего развития. Преобладание с 2009 года в Европарламенте правых, ксенофобных, антироссийских партий
тяжелейший экономический кризис сформировали иную внешнюю политику Европейского Союза, к сожалению. Европейский Союз из стран, объединяющихся общими принципами, ценностями, превратился в высокомерный и реакционный ментор. Это так и есть. Особенно в отношении стран, находящихся к востоку Европейского Союза. И этот ментор закрывает глаза на антидемократические преступления своих союзников и приговаривает к политической казни любых своих оппонентов. Это мы почувствовали, можно сказать, что на собственной теле. На собственном теле. Особенно если они выступают за стратегическое партнерство с Россией. Ну, не говоря уже о том, когда речь заходит о поддержке интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Если раньше мы коммунисты говорили, что не желаем выбрать между добром и злом, имея в виду СНГ, Европейский Союз, то теперь, когда амбициозный проект таможенного союза заработал на практике, а Европейский Союз взял на себя функцию геополитического надзирателя, пришло время иных оценок. И мы выбираем таможенный союз. Мы выбираем Евразийский союз. Мы выбираем интеграцию, в которой мы чувствуем себя дома, в которой мы чувствуем себя созидателями, творцами, а не попрошайками и потребителями. Спасибо за внимание. Представляется беспартийному эксперту, доктору экономики Михаилу Козину. Подготовится экс-премьеру Василию Данилову. Уважаемые господа, я нарушен пока дорога. Без вступления буду говорить языком цифр. Вот смотрите, здесь как бы вдруг говорится о том, что экспорт у нас в 2015 году 2 миллиарда, да, и импорт 5 миллиардов, я округляю цифры, где миллиард и 2 миллиарда 300. Соотношение импорта 2,3 раза, то есть совсем другое, которое идет в соотношении между СНГ или таможенного союза, потому что ТС, таможенный союз, и этими странами. Но добавьте здесь еще Турцию, потому что одно из условий, которое поставили нам, перед тем, как подпишем зону свободной торговли с ЕС, даже подписать зону свободной торговли с Турцией. 56-388. То есть 1 к 7. Кто выиграет от того, что сегодня у нас импортная пошлина на овощи, фрукты 15%, а по отдельным позициям 20% из периода, а на мясо 20% плюс 200 евро за тонну, и на мясо птицы 100 евро за тонну 20%. Вот это... Дальше. Теперь какой момент, вот из того миллиарда, который мы имеем с Евросоюзом, да, с Евросоюзом, значит, сразу хочу обратить внимание, что у нас в экспорте в прошлом году 35,7% был реэкспорт. То есть сразу третью часть чуть больше снимите объема нашего экспорта. Теперь, если взять платежный баланс, здесь платежный баланс – это производство продукции издавательского сырья. Производство продукции издавательского сырья – это все. Где в основном ЕС. То есть это, я вам покажу, какие конкретные продукты. И здесь получается, что примерно полмиллиарда. Если посмотреть, тут видите, есть экспорт и импорт. То есть мы завезли импорт вот, на эту сумму товара, произвели с этого импорта продукцию, и валовая добавленная стоимость составляет средним 22%. То есть это хватает на зарплату, электроэнергию, и если получать, то уже была какая-то прибыль. Теперь дальше. Вот если взять экспорт ЕС товарный групп, как правило, издавательство сырья. Кожа, галантерея, одежда, обувь, провод, кабель. Вот то, что мы режем провода с большим индивидуальным потенциалом, который, как мы говорим, что создается новое производство. Значит, вот это те объемы, которые вы видите в... Теперь давайте посмотрим по продукции сельского хозяйства. Значит, вот смотрите, мы получили что? 1/3 реэкспорт, половина продукции издавательского сырья осталась 1/6.
Из 1,6 85 миллионов это зерновые и подсолнечник. То есть остается где-то остальное, то есть уже где-то порядка всего 100 миллионов. Причем по зерновым подсолнечникам, как вы сами понимаете, нам не нужны никакие преференции и так далее. И вообще, то есть это цифры, когда мы уже работаем, по сути дела, в зоне свободной торговли с ЕС, когда мы продавали продукцию без таможенных пошлин, потому что квоты мы не выбирали, а они нам возили с пошлинами. И что получается? Я хочу прошу обратить внимание на цену подсолнечника. Вот здесь средняя цена за килограмм. 3,50-58 у нас, да? То есть мы поставляем им подсолнечник, который в Бигмахе получает солнечный шкод, это карбонный шкод, да? А мы покупаем семена. То есть мы превратили в страну, которая сейчас уже семенной посадочный племенной материал не выращивает. То есть мы завозим яйца птицы, видите, да, племенные. То есть мы, смотрите, получается так, что мы зерно, зерновые и подсолнечники экспортируем в Евросоюз. Евросоюз прогоняет через свой спут и возвращает назад в виде мяса. Может ли наше сегодня сельское хозяйство при тех пошлинах, которые вот сегодня их уберут, допустим, да? Вот килограмм птичьего мяса получает средняя цена 12 лир. 2,8 евро умножить мясо свинины, вот средняя цена за 3 года. Да? То есть это, не знаю, конечно, можно модернизировать, но еще раз вы должны помнить о том, что у них 250-350 евро на гектар субсидирования, у нас приближается к 20, но если вы откроете отчет по расходам бюджета государственного, то из того, что даже выделили, мы выделили за 5 месяцев, по-моему, месяц, всего 45% пришло, что наметили. Исполнение бюджета. То есть даже то, что даем, мы фактически возвращаем свои услуги и так далее. Теперь дальше. Вот мы всегда позиционировались как помидорная республика. Да? Обратите внимание, что все овощи мы уже импортируем больше, чем экспортируем. То есть мы уже не плодовощная республика, это не наш уже бренд. А обратите внимание, кому мы, то есть не заводим тоже, мы видим очень многие позиции, заводим из Евросоюза. Я здесь не говорю о Турции, потому что, понятно, по овощам там огромный объем Турции. Просто я показал в начале, что... Дальше, вот наши плодовые фрукты. Яблоки, виноград, и консервы, томаты без уксуса и овощи без уксуса. Обратите внимание, что мы уже импортируем овощи без уксуса с консервы примерно столько же, сколько экспортируем по объему, но не по деньгам. Мы выдерживаем за позиции яблоки и виноград, но все их экспортируем в СНГ. И, соответственно, виноградное вино. Если посмотрите, тоже перечень почти 10 Евросоюз и СНГ. Ну и в принципе, то есть я хотел бы, чтобы в завершении, потому что мне предупредили, что не больше 7 минут, я постараюсь эффективно сдержаться, значит, поэтому такое стенографическое как бы, мое выступление. Значит, все время говорят о том, что вырастет экспорт на 16%, за счет чего? Вот вы посмотрите, за счет чего вырастет Евросоюз дальше. А второй вопрос. Мы говорят о том, что у нас откроется 10 тысяч позиций. Да, действительно, в таможенных как бы, реестре, где почтёрся, знаками кодируют, там 10 тысяч позиций. Но мы экспортируем в страны ЕС, где сумма превышает примерно 100-100 тысяч долларов. Это небольшая сумма, смысле, всего 260 позиций. Всего 260. И еще один такой момент. Вот смотрите, действительно, самая большая проблема, я давно знаю Адриана Павлюка, отношусь к нему с очень большим уважением, очень грамотный специалист, здесь сидит и госпожа Ленеси, тоже грамотный специалист. Но поверьте, при 75 во лбу, когда у вас документ на 300 страниц, ну невозможно не наделать ошибок. Ну невозможно наделать ошибок. Нельзя абсолютно все взять. Все. И это, я считаю, что очень большая ошибка. То есть я еще раз подчеркиваю, что мы, у нас открытая экономика, мы должны развивать отношения и с Востоком, и с Западом. Другого пути нет. Но мы не должны делать грубые ошибки, уничтожая как бы свою отрасль, а вот исходя из этого, то, что мы видим, да, то есть мы должны поставить крест
на нашем производстве на многих видах товаров. Да, у нас примерно 10%, может быть, 5% производителей, они выиграют в получении льгот. Но сельское хозяйство, то, что я вам показал, если отменят эти пошлины 15%, причем я еще подчеркиваю, не только Евросоюз, а еще и Турция, где соотношение 1:7. То есть это будет иметь очень тяжелые последствия. И потом не надо думать, что Евросоюз это такой добрый тетя или там открыл, а яйца, ребята, все, я без пошлин. Нет, там огромное количество яиц. Насколько я знаю, господин Павлович может возразить, я буду рад, если возразить, там исключены томаты. То есть мы томаты никогда не будем туда попадать. А по овощам там тоже очень долго расписано. Но не это даже самое главное. Самое главное, что у них есть, например, здесь приводится ИСО, стандарты по управлению качеством. Но они же не стоят на месте. Мы ИСО осваиваем, создаем лабораторию для сертификации, осваиваем большие гранты, делаем. Они были дальше, принципиально новые требования. Система управления безопасностью пищевых продуктов, где начинается контроль от момента производства этих продуктов, то есть имеется в виду сырья, транспортировки, хранения, переработки уже как в пищевую продукцию, задаривание и реализация. И если они хоть какое-то найдут ключо, а такие же примеры есть, вот Украина, они как бы очень активно торгуют, у них вот большие проблемы есть, приезжают экспорты, и примерно как вот мы приезжаем, допустим, в американское посольство, говорим, я хочу получить визу. Ты заполняешь заявку, оплачиваешь деньги, потом приходишь там через задать на наш срок, и тебе говорят, без отказа, без объяснения причин. Вот так точно поступают Евросоюз. Поэтому они, прежде всего, у них сегодня одна из главнейших задач Евросоюза – это сбыть свою продукцию. Я вам показал, что соотношение, которое продаем мы и которое продают они, оно отличается примерно с Евросоюзом раз в 20-25, реально. Потому что то, что как бы, мы так продумали, нам как бы, никаких проблем нет. И сегодня страны, так называемое постиндустриальное общество, всерьез, я сегодня уже говорил, ставят вопрос о том, что возвращение в производство себе страну, потому что не главнейшая проблема это безработица. Чтобы такая общая такой посыл, эффективность действий правительства не оценится ни по ВВП, ни другим каким-то макроэкономическим показателям. Есть один вопрос. Рабочие места увеличиваются, правительство работает хорошо. Рабочие места сокращаются, правительство работает плохо. И поэтому главная задача сегодня – это воссоздание рабочих мест. Ситуация очень сложная. И очень печально, что вот такое эпохальное решение для нашей страны делается кулаком. И в ППХ очень быстро, говорят, за 16 месяцев. Вот примерно все, что я хотел сказать. Извините, может быть, синтетически, но... Уважаемые коллеги, дамы и господа, я хотел поблагодарить всех членов организационной группы за данную организацию круглого стола. Я хотел поблагодарить искренне за мое приглашение, участие и возможность выступить. И хотел отметить несколько моментов. Ввиду того, что было сказано и просьба не говорить много о партийной принадлежности, я не буду говорить об одной партии, о другой. Я не буду вас агитировать за Советский Союз или советскую власть или третий. Но я хочу искренне поделиться с вами. Кто захочет почитать мое выступление более детально, я опубликую на своем сайте и предложу и людям, те, которые заинтересованы. Хочу сказать несколько моментов. Во-первых, тема заявленной сегодняшнего круглого стола входит в топ наиболее не только обсуждаемых, но и болезненных на сегодняшний день. И в Молдове особенно, и не только в Молдове. Для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, и для меня, как гражданин Молдовы, и для моих коллег, друзей, соотечественников, я последние месяцы очень много ездил по разным странам. И страны, члены Европейского Союза, и страны, члены Таможенного Союза, и страны, члены Содружества Независимых Государств, и страны те, которые, в принципе, пока еще никуда не вошли и пока думают, как быть.
Я сожалею, что в Молдове именно идея куда-то вступить разделила государство, население. И вспоминается иной раз анекдот, что ни день, куда-то надо вступать. Не надо торопиться, уважаемые друзья. Зачем мы просто теряем наших исторических друзей? Зачем мы бросаемся, прием колодец, откуда воду пьем? И мы чего-то ищем, какую-то красивую сказку или красивый сон. Так называемая европейская интеграция. Я не против Европейского Союза. Я считаю себя тоже европейцем. Но о чем идет речь? Я был недавно на форуме в Минске, в Белоруссии. Хотел отметить особенную благодарность и хозяевам Белоруссии, и, естественно, те, которые организовали этот форум. Я был недавно в Алмате, в Казахстане. Я был только что вернулся из Баку, Азербайджан. Я был в Румынии. Я задал румынам за круглым столом простым бизнесменам, не крупных, не особенно великих политиков. И сказал просто, спунец ворот, кын во фосмай, вини думни вастра. Румынию, бизнес румынши не ночил, пыны лагерая, лаунини рупями, салдупа. Видимо, все поняли или приведу. Ну, скажу на русском, если поняли, да? Ну, отвечу на русском. Бизнесмен из зала поднимает руку и говорит, мне 39 лет. То есть не больной бывшей власти и не очень-то сильный новый. И говорит, я занимался бизнесом и до вступления в Европейском Союзе, и сейчас. Здесь, в этом зале, как минимум 60 человек малого и среднего бизнеса. Он говорит, я хочу сказать однозначно, что со вступлением в Европейском Союзе, мое мнение, то есть его мнение, и мнение своих коллег, румыны, простые, средний класс, стал жить намного хуже, чем до вступления в Европейском Союзе. Отмечу, за сколько купил, за сколько и продал. То есть это слова нормальных, простых людей, которые работали, работают и будут работать. Я задал вопрос другим бизнесменам из других стран нашего бывшего Советского Союза или Содружества независимых государств, Таможенного Союза. Дорогие друзья, я понимаю, что у них не у всех есть возможности объехать эти страны. Но надо посмотреть. Говорят, в народе лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Если в 70-е, 80-е годы белорусы ехали к нам с делегацией посмотреть на наши товарно-молочные фермы, увидеть что-то такое, сегодня, если вы попадете на одной товарно-молочной ферме Беларуси, наша ферма именно Бодю, которая была, это цветочек. Это ничего. О чем говорит? Люди поддерживают своего национального товаропроизводителя, люди не безразличны к своей стране, и они являются там, где есть национальный свой интерес. Я это хочу и для Молдовы. Я это хочу и для граждан нашей страны. Будучи в Киеве, слышали вы, Украина организовала форум, назвали Украина и свои партнеры. Были представители Европейского Союза и были представители Евразийского Союза, Таможенного Союза, СНГ и много других. Я внимательно слушал. Что получается? Сторонники вступления Украины в Европейский Союз начали говорить, то вот мы осенью подпишем соглашение об ассоциированном членстве, якобы, и с подтверждением европейских чиновников, они говорят, украинцы получат доступ на очень большом, с высоким покупательским возможностью рынке около 500 миллионов человек. Красиво! Но встает из зала человек и говорит, сказка хорошая.
Но мы посмотрели проект об ассоциированном членстве и проект о свободной экономической торговле с Украиной. И причем, по сравнению с нашим, я думал, что, может быть, я слабо информирован, и мои источники что-то подводят меня. Несмотря на то, что есть хорошие связи везде и всюду, да, я не жалуюсь. Но, оказывается, члены правительства не увидели проект соглашения о свободной торговле. Оказывается, не все депутаты увидели. Оказывается, никто не видел. А что за документ мы подписываем и готовим? Зачем он нужен вам? Готовить чиновники, которые им платят какие-то гранты или зарплату, или зря плату, не заработную плату. И выполнять придется нам, бизнесменам, гражданам Республики Молдова. И проснемся после этого, куда пойдем. Что я услышал от украинских наших друзей из зала? Говорит, вступление и подписание соглашений о свободной торговле хорошо. Цифры красивые. Но когда он показал проект соглашений, оказывается, после вступления в силу соглашения о свободной торговле, украинский производитель не может иметь полный доступ на европейский рынок. А европейские товары дешевые, субсидированные, компенсированные, застрахованные, полностью заходит на рынок 45 миллионов человек, как минимум, на Украине. А украинские товары котируемые. Оказывается, цифра. Украина может произвести до 3 миллионов тонн сахара. Может, имеет производственную мощность. Но квоты на первые 10 лет. А экспорте сахара украинского на европейский рынок только 20 тысяч тонн. Зачем такой рынок, извините, товарищи? Вторую цифру. На первые 5 лет экспорта украинских яиц на европейский большой красивый рынок только 1000 тонн яиц. Зачем Украине такое вступление? Я о чем говорю? Я хочу, пользуясь случаем, я знаю, что, к сожалению, наши представители власти уполномочили замминистра, я его уважаю, я его знаю, я его вырос в какой-то мере. Но они, конечно, слушают, не дойдет до их ушей. Мне очень стыдно за них, что они сегодня не только не присутствуют в этом зале, где представители разных уважаемых кругов нашей интеллигенции и разных отраслей нашего народного хозяйства, но они еще попытались препятствовать организовать данный круглый стол. И причем с большими политическими давлениями. Зачем? Зачем это надо? У нас в Молдавии создается ситуация, и вот-вот лопнет, когда верхи не могут или не знают, что делать, а низы уже говорят, ребята, вы куда идете? Наверное, не туда. Еще не поздно. Я хочу сказать не просто мнение о политических партиях, но и мнение реального сектора экономики, бизнеса. Сегодня серьезного бизнеса в Молдавии, без того, что он имеет зонтик, не сказать крышу, двух наших олигархов больших не может ничего делать. Люди в ожидании. Или приостановили свою работу, или вынесли в Одессу, или в какие-то другие страны и ожидают, какое-то изменение должно быть к лучшему. Кто-то или все чего-то ожидает. Чего ожидает? Хочу сказать честно. Не в Европейском Союзе нас не сделают счастливыми за ночь и богатыми. Не в таможенном союзе, не в Евразийском союзе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Здесь было сказано до меня, молдавский народ имеет такую печать. Трудолюбивый, умный, поворотливый, мобильный и знает многого не только что делать, но и как это делать. Но если я скажу честно, меня спросят открыто. Вот, кстати, я хотел поблагодарить господина Спасова за выступление. Коротко, но по существу и очень эффективно. Очень я хотел поблагодарить вас. Очень. Я
дипломатическую. Он имеет свои полномочия и что может сказать. Но хочу вам сказать, что сидеть на двух стульях молдавскому народу дрога не придется. Мы должны определиться, что нам нужно. Мы пойдем в Европейском Союзе, нас никто не ждет. Тем более наши товары. Мы уже превратили нашу Молдову, наш рынок, из когда-то производящей и экспортирующей в яму импортирующей некачества европейского товара. Зачем нам это надо? Второе. Мне приятно слышать, когда вот я был недавно в Италии, сказали, что наши люди, молдаване, очень работоспособные, доверенные, и даже румыны, чтобы устроиться на работу, выдают себя за молдаване. А я, Виталий Александрович, еще пару минут, если можно. Я прошу прощения. Я спросил одного чиновника, Виталий, а как вы разбираетесь, кто румыны и кто молдаване? Говорит, мы научились. Приходит человек, который устроится на работу и начинает говорить, что он кто-то может это, а кто-то по национальности, я молдаванин. И тогда чиновники Европы спрашивают его пару слов на русском языке, а румын-то русский не знает. И тогда он вам действительно. Это о чем не так идет речь. Наши молдаване, наши предки нас научили и дали возможность знать и европейские языки, и наше, сказать, пространство СНГ. Мы находим выход из ситуации. Но мы сегодня на перекрестке времени. Люди добрые, лучше, чем в Евразийском Союзе, несмотря что плохо, то есть легко не будет, лучше для молдавского народа и духовно, и исторически, и воспитание, и вкус, и все лучше, чем в Европейском Союзе, то есть в Евразийском Союзе. Для Молдовы не будет. Мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, а наше место, конечно, на Востоке. Те, которые не знают, что делать, мне стыдно. Я никогда не критиковал никакую власть после того, что я ушел из должности. Не хочу критиковать. Но моим коллегам, раз их нету здесь, я и им передам, ну и передам и через прессу. Прежде чем что-то они должны решать и заставлять своих подчиненных что-то подписывать и объяснять людям, посмотрите в зеркало и повторите, если он может. Первое. Второе. Если он решит что-то и подпишет, он должен подумать. Мы как люди временно на этой земле, а в должностях еще короче. Завтра, он сегодня замминистра, завтра будет никто. Но я имею в виду о чиновниках государственных, которые сегодня работают. Да, они будут граждане нашего государства, но они будут в ответе за все того, что они сделали. Я последний. Не зря говорят. Я буду надеяться, что ему стало стыдно за то, что он сказал. И он вернется. Если не вернется, то ухватим ему руки. И более того, скажу и другое, если на самом деле не так пойдет, скажу, что зря я старался, и мои ошибки в подготовке кадров, наверное. Но я хочу сказать одно, подсказать. Большие страны делают большую политику, а маленькие страны должны делать правильную, мудрую политику. На наших поколениях сегодняшней Молдовы лежит ответ.
ответственность именно подобрать ту правильную, мудрую политику нашего государства, чтобы не было стыдно и больно за бесцельно прожитые годы. Мой ответ и просьба. Другого шанса для урегулирования приднестровского конфликта, чем в Молдове в российском жизни, нет. Я был в Европейском Союзе. Я задал вопрос одному моему коллеге, другу, который работает в Европейской комиссии. Почему вы не содействуете урегулированию приднестровского конфликта? Они сказали, господин премьер-министр, они мне так говорят, по протоколу. В Европейском Союзе миллион проблем. Мы сегодня думаем не об расширении Союза, а как выйти из создавшейся ситуации. Приняли всех быстро и сразу, и когда очнулись, некуда деваться. И они говорят, у них два проекта. Один – сохранить нынешний Союз в этом составе, и второе – хотя бы сохранить Шенгенскую зону. И мне они сказали, что в ближайшем будущем будет принято решение в Европейском Союзе об установлении границ внутри Союза на периметре Шенгенской зоны. О чем это говорит? Мы куда идем? Они говорят, тем более Молдова. Нам не нужна Молдова без Приднестровья. Они говорят. Но приднестровский вопрос мы не можем решить. Вы решите только с друзьями, партнерами, Содружества независимых государств. Решите, развивайтесь, а потом будем говорить. Я, видимо, вы слышали, я услышал декларацию одного чиновника высокого ранга стран. Не хочу назвать страну, если надо, назову. Члены Европейского Союза, где он говорит, мы были в Советском Союзе и думали, что больше зла, чем Советский Союз, не бывает. Мы вступили в Европейский Союз, красивый, о демократии говорят, о денег, но хуже, Европейский Союз намного хуже, чем Советский Союз. Куда мы вступали? Я отвечу коротко. Мы, наше поколение, ответственны за будущее государства, и наш выбор, наше будущее, наше благосостояние вместе с нашими братьями по Таможенному союзу, по Евразийскому союзу. Наше место там. Спасибо. Добрый день всем. Спасибо за возможность предоставленного слова. Но я думаю, что после выступления Василия Павловича моя задача упрощается. Я беру обязательство сэкономить то время, которое он перебрал. Ну а если задаться вопросом, что мы ожидаем сегодня, кроме тех многочисленных вопросов, которые говорили, экономические показатели и так далее, наверное, может быть задан один главный вопрос. А кто услышит все это? И особенно те, кто принимает решения. Я имею в виду политику. Наверное, очень важно, чтобы все-таки то решение, которое будет приниматься, было услышано. Вот та аргументация, которая сегодня здесь приводилась. И, конечно же, я разделяю точку зрения то, что сегодня все-таки нужно искать аргументы, которые бы не эмоционально, а аргументированно, экономически, финансово подкрепляли целесообразность тех или иных действий. Но сегодня, если говорить о состоянии дел, то, наверное, мы прежде всего должны исходить из того, а для кого мы это все делаем? Для жителей нашего государства. И что их сегодня в первую очередь интересует? То, что будет лет через 15-20, или то, что нужно сегодня утром встать и пойти на рабочее место. Вечером иметь возможность что-то приобрести, если будет заработная плата и так далее. Отвечает ли на сегодняшний день то состояние, которое мы имеем в области экономики? Если брать вот по нашему муниципию, как это надо любое государство, определяется финансовые возможности для решения любых вопросов, исходя из экономического потенциала. Из практически когда-то 40 промышленных предприятий сегодня осталось 2. И то те, которые, так сказать, работают с иностранным капиталом. Сегодня здесь было сказано о том, что высокотехнологичное производство расширяется на территории Молдовы. Если имеется в виду Траксельмайер, то здесь уже говорили, собирают провода. Правда, есть одно производство, где уже компьютеризировано, если это делается. Следующий, так сказать, аргумент, который в пользу того якобы появляющихся новых предприятий, это тоже, так сказать, далеко не высокотехнологичное производство.
А что значит отсутствие высокотехнологичного производства? Это, конечно же, интеллектуальный потенциал, это привлекательность для молодежи и всего остального. К чему это я веду? Что сегодня, наверное, все-таки те аргументы, которые говорили сегодня специалисты, особенно вот мне, сказать, практически без слов, когда была аргументация господина Бойсика, да, куда против цифр пойдешь? Поэтому я хотел бы свой голос присоединить к тем, кто сегодня призывает здоровому диалогу, тому, чтобы в поисках лучшего пути все-таки была аргументация экономическая и финансовая, ну и, конечно же, помнить о том, что сегодня идет речь не только об экономическом сотрудничестве, а о тех глубоких исторических корнях взаимоотношений, культурных связей, духовных связей, которые есть со странами, которые сегодня уже образовали, так сказать, таможенный союз, и те, которые, наверное, потенциально будут это сделать в будущем. Если сегодня нужно, как бы сказать, я сказал, присоединить свой голос, то я свой голос присоединяю к тому, что сегодня ближе, реальнее и эффективнее таможенный союз. Спасибо. Для социал-демократов Молдовы выбор между ЕС и Евросоюз не является выбором политических систем, а является выбором между рынками распределения труда и рынками сбыта продукции. Усилия Европейского Союза по управлению Молдовой преследуют цель заключения договора о свободной торговле. При этом Европейский Союз оценивает, что Молдова не имеет конкурентоспособных товаров, а соответственно не представляет угрозы для товаропроизводителей Европейского Союза и не располагает сферы услуг, которые составляют конкуренцию компаниям на рынке Европейского Союза. Соответственно, договор о свободной торговле Европейского Союза и Молдовы преследует только одну цель – контроль Европейского Союза над рынком сбыта на территории Молдовы. Европейский Союз также не может позволить Молдове принять участие в рынке распределения труда, так как в Европейском Союзе высокий уровень конкуренции, сокращение объемов производства, а многие страны Европейского Союза располагают невостребованными ресурсами. На рынке Евразес Молдова может получить все. Получить все в первую очередь потому, что в нас нуждается самый крупный и влиятельный участник Евразес – это Россия. Россия имеет роскошь отказаться от молдавских продуктов питания, алкогольной продукции, трудовых ресурсов. Россия не может отказаться от контроля в Молдове за инфраструктурными объектами – газопровод, железная дорога стандартов СНГ, автомагистрали, линия электропередач и, самое главное, ответственность перед соотечественниками. Первостепенное значение для России имеет также нейтральный статус Республики Молдовы, то есть не вступление Молдовы в военный блок НАТО. Молдова в настоящий момент обладает всеми этими преимуществами и гарантирует России эти интересы. А это значит, что Молдова может получить под Евразес все с помощью Российской Федерации. В зале есть много людей, которые согласны с тем, что Молдова должна запросить у России и членов Евразес право на вступление в Евразес. Сегодня мы являемся наблюдателями. Мы подписали соглашение по Евразес в качестве наблюдателей. А в наших селах и городах мы своим предложением согласятся, наверное, 70% населения. Народ Молдовы просит Евразес открыто заявить, что лидеры государств, участников согласны, чтобы Молдова перешла из статуса наблюдателя Евразес в полноправного члена сообщества и стала членом таможенного союза. А самое главное, в переходный период лидеры этих государств должны гарантировать в условиях очевидности того, что Евразес и Европейский Союз и США прекратят финансирование, что будет предоставлен компенсационный грант, который будет предусматривать также и штрафы по контракту между Молдовой и Всемирной торговой организацией. Если это будет сделано в лице авторитетных лидеров России, Белоруссии и Казахстана, то народ Молдовы перейдет к процедуре принуждения политической системы Молдовы по изменению внешнеполитического курса страны, естественно, в целях присоединения к Евразес. Таким образом, Молдова решит для себя задачу гарантии рынка сбыта на пространстве Евразес после вступления Молдовы в Евразес и таможенный союз, что, безусловно, гарантирует Молдове доступ к более дешевому сырью, товарам и энергоресурсам. Второй вопрос об участии в рынке распределения труда в рамках Евразес решается несложно.
Молдова находится на юге Европы. Мы выращиваем то, что не может выращивать наши экономические партнеры на севере Европы и в Азии. В то же время наши партнеры в Евразес выращивают то, что не может производить мы в сельском хозяйстве. Климат и земля помогли нам быть конкурентными в сельском хозяйстве и в то же время участвовать в рынке распределения труда по производству продовольственных товаров. Молдова не располагает ресурсами и должна к этому стремиться, чтобы составить конкуренцию экономическому сообществу Евразес Таможенного союза в легкой и тяжелой промышленности. В то же время в целях занятости населения можно договориться со странами Евразес о промышленной кооперации. Но есть несколько отраслей экономики, которые должны войти в пакет «Все для Молдовы» от России. Наша страна может, должна и нужна как страна логистики грузов и почты между Европейским Союзом и странами СНГ. В этих целях я предлагаю рассмотреть Евразийскому Союзу, Таможенному Союзу, Молдову как единую таможенную территорию в режиме свободной экономической зоны. Молдова сохранит таможенную границу не как государство, а как свободная экономическая зона. И из Европейского Союза и стран СНГ, а также из других стран мира, на территорию Молдовы будут поступать товары без взимания таможенных тарифов и в последующем, в зависимости от сертификата происхождения, будут применяться меры экономического регулирования в экспортно-импортных операциях. Этот план детально продуман и не противоречит нормам Евразес и ВТО. Нужна только воля и особые условия присоединения Молдовы к Евразес и Таможенному союзу. В зале находится представитель Европейского союза, о котором я говорил. Не сопротивляйтесь этому проекту Молдовы. Он вам выгоден в операционных целях для торговли между Европейским союзом, странами СНГ и Таможенным союзом. Вы от этой услуги Молдовы заработаете больше, чем от сбыта своей продукции в случае подписания Молдовой и Европейским союзом договора о свободной торговле. Превратив Молдову в свободную экономическую зону и страну логистики, мы, Молдова, претендуем на создание новой отрасли экономики – это электронная торговля. Молдова в этой части уже вне конкуренции среди всех стран СНГ. Товары и почту от Молдовы в страны Евразес также претендуем поставлять только мы, молдаване. Безусловно, что парк железной дороги, автомобильного транспорта, как и дороги Молдовы, мы готовы осваивать совместно с нашим партнером из Евразес, создавая совместные предприятия. Безусловно, что к этому выступлению я могу приложить еще несколько страниц детализации участия Молдовы в рынке распределения труда в рамках Евразес. Но более важным является ответ на вопрос, готова ли Россия в ближайшей перспективе расширить поле активности в Республике Молдовы, чтобы сохранить национальные интересы России в Молдове и предоставить Молдове все, что я изложил. Готовы ли партнеры России в рамках Евразес согласиться помочь России сохранить национальные интересы России в Республике Молдова? До настоящего момента поле активности России было направлено только на защиту соотечественников в Приднестровье и по сохранению геополитического присутствия у ворот Балкан. Нам этого мало. Народу Молдовы нужна помощь. Молдавский народ сжимает руки капиталистов из Европейского Союза, которым нужна только прибыль, и руки империалистов США, которым нужно переместить свои войска ближе к границам России. И Европейский Союз, и США являются злом для молдавского народа. Добро мы чувствовали только от России, братских народов СССР и от времен, когда у нас была развита экономика, которая гарантируется в настоящее время только после вступления Молдовы в Евразийский союз, Таможенный союз и участия Молдовы в рынке сбыта и распределения труда на территории.